В республике задержаны лица, подозреваемые в убийстве двух мужчин. Заречным отделением Следственного управления Следственного комитета России по Якутии по факту обнаружения в Мегино-Кангалатском районе тел двух мужчин с огнестрельными ранениями возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 августа жители Мегино-Кангалатского района совместно распивали спиртные напитки в избушке, расположенной в местности Хампу. После совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры братья 24 и 32 лет произвели по очереди из охотничьих дробовых ружей выстрелы в четырех мужчин. В результате двое мужчин от полученных ранений скончались на месте. Один потерпевший увернулся и скрылся в темноте, после чего сбежал с места происшествия и обратился в органы внутренних дел. Еще один потерпевший получил тяжелые ранения и был обнаружен следственно-оперативной группой на месте происшествия и госпитализирован в хирургическое отделение ГБУ Мегино-Кангалатская центральная районная больница. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения и заключения под стражу, выполняются первичные следственные процессуальные действия, расследование уголовного дела продолжается.